Всем привет, дорогие друзья! У нас на Рухабе новая рубрика «Подведем итог». И первая встреча на сегодняшний день LGD против Empire. Целых три карты мы увидели. Быстренько давайте по ним пройдемся. В первой встрече мы увидели противостояние такой терпильной стратегии через Phantom Lancer против довольно агрессивной стратегии Империи. И Empire начали хорошо, довели игру до стадии, где зашли своему противнику на хайграунд, но стратегия LGD была очень хороша. Было предусмотрено то, что они будут дефить на своей хардлинии. Котл вместе с Тускаром благополучно откидывались своими скиллами. И спам был довольно серьезный, что заставило на кардинальные действия, вынудило на кардинальные действия имперцев. Они заходили на хайграунд раз за разом и терпели крушение. После чего, в общем-то, Phantom Lancer набрал свои ключевые айтемы, набрал жир, а дальше с ним справиться было уже невозможно. И первую карту у нас в довольно ожесточенной борьбе, первую карту выигрывают у нас LGD. Во второй карте могу сказать то, что Империя решила поиграть в этот раз чуть осторожнее, чуть суевовее, взяли себе антимага, но здесь, наверное, было бы неправильно говорить о одних заслугах имперцев, так как LGD играли крайне отвратительно, они дали тотальный фрифарм своему оппоненту. Плюс Сайлор на Ликане никогда не блистал своими суперспособностями. И, в общем, по итогу, если говорить вкратце, в этой игре Empire нас заставили поверить в то, что они могут победить. И были они, правда, хороши, карта за ними, антимаг нафармил, победа. Третью карту можно назвать вообще одним сплошным фейлом. Ластпиком Empire забирают себе Лину. Лина — это тот герой, лично для меня, который может просто в один момент взять и, игра не пошла, и она не может камбэкнуть. В отличие от Storm Spirit, от Queen of Pain, от многих других мидеров, Лина камбэкнуть практически ни в какой игре не может. Ей начало испортили, а Ember Spirit вместе с Герокоптером, это два топовых персонажа, которые очень хорошо работают против Phantom Lancer. А Phantom Lancer был единственным оплотом у ребят из, соответственно, Империи. Ну и когда игра затянулась, шансы были, в общем счете, нулевые. На протяжении всей игры LGD лидировали, не торопились, четко, с толком, с расстановкой зашли на хайграунд и взяли третью карту. В общем-то, со счетом 2-1 они выиграли. Ну, на этом, я думаю, стоит закончить. Cloud9 против SDEC у нас следующая встреча. Смотрите следующий выпуск. Может, буду я, может быть, кто-то другой. Всем удачи, не болейте, всем пока.